Всем привет! Сегодня РНК, а именно Fulcrum, закинул мне немного инжекторов и исок на Serenity. Fulcrum, thank you for isks, thank you for injectors, we up our skills and create first corporation roaming setup for Serenity. Инжекторы позволили нам подтянуть скиллы самых активных игроков в Zero to Hero и сформировать наш первый флот. У нас получилось 2 бластерных Брутикса, 2 Аугарора, у которых по 1 миллиону скиллпоинтов, и Блэкбёрд примерно с тем же набором СП, что и у логистов. Этим форматным плотом мы и отправились покорять нули. Вот что из этого у нас получилось. Угу. Ну она на инсте, она в игре, найс. Вниз. Го-го-го-го-го. Заходим. Мне нужно качать сразу. Вторая моча лендится. Go, в джам, короче, в греве. Она кинула джам дронов. А нет, не джам дроны. Меня в греве откачивайте сейчас. И нужно заджамить мочалы. Адрес, go, DPS. Скажи, когда он прется. Вижу. В греве покачайте, фул греве, джам греве. Значит, сдохнем. Фул греве качаем. Давай, не сожгись. Джам. Джам их. Только девотер не джам, не делай хуйню. Я на псимоле. Давай, греби. Мочала одна в джем. Отлично, давай все. Одрис, возьми скрам второй, она поехала же, алло. Да, сейчас. Ты чё? Я сеткой держу, сейчас будет скрам. Бабэху покачайте. Есть скрам. Ну, Адрис, не сожгись. Потом на второй поедем. У меня какая-то хуйня, меня так это глазя, это вот. Нейтрю её. Бабэху покачай. Бабэху не нужно. Хорошо, хорошо, дай бэ мочалу. Го во вторую, я могу. Меня качать? Я нейтрю эту мелкую хернюшку просто. Угу. Давай, Адрис, живем с тобой. Я поправил её дрончик нормально. Так, ты держишь? Помираю урон, пошёл. Угу. Мочало держишь? Да. Да девотер в гейте с баблом стоит. Они Кару варпнут, нужно убивать. Нейтрю мочалу. Да, держи скам, деватор. И на оптимале, стой мочаль. Стою. Я чекну, нужно капсулу убивать, если можешь. Не. Мочало фул говно первое. Отлично, бабл поднял. Я на капсулу дронов закину. Мы добьем всёк. Накиньте на капсулу дронов. Дам сетку на деватора, наверное. Чтоб не ехал. Так, я перестаю играть. Дай сетки на деваторе. Сейчас. Карлендиса. Урон по адресу. Угу. Да, по меня начало. Давай, дожжём с тобой. Блядь. Надо мелочи бить между делом. Адрес умирает, да, вообще прям? Я под скрамом, вот мелочи. Ага, попробуй разгон встань. Я сейчас нейтрю её. Егор, тормозим. Меня нужно покачать немного. Адрес, ты как, готов уходить? Нет, пока нет. Ну давай, убивай фрегат. Убили. Готов, уходи. А с меня лучше, господи, меня хдшка держит, подожди. Нужно хдшку ухерить. Я не могу, не успеть, да, сменил варп. Окей, голову хдшка, меня качаем. Я присел немножко от нее, ладно, вернусь. Из оптимала не выезжайте. Нормально все, ребят, более-менее нормально, не сожгитесь. Из оптимала не выезжать. Давай, хдшки подъезжай, нужен бабло, нужно на ней что-нибудь это. Капсулу убил. Там титан прилетит, но он ничего не сделает, скорее всего. Сапка, пушки не должны дамажить. Егор дамаг. Угу. Вы на Б катаетесь full speed? Там один гвард у нас стоит на месте. Егор, ты стоишь на месте? Я там. Давай, деватор с тобой фигачим. Я не могу резать, если что, у меня нету пригрева. У меня тоже нету. Не было ничего в деваторе. Ой, в этом, в мочале. А у меня вроде мочала не было. Давай. Килл не меня. Но в оптималы душим. Блин, нам бы каров так лить? Фигат говно. Если честно. Что? Нам бы каров так лить. Мазер, нужно будет уходить. Разгоняемся на тестовый гейт на ЮУ. ЮУ-Y разгон. Я без разгона, значит, оптимал потеряю опять. Хорошо, я тоже тогда. Гвардами туда, гвардами, конечно. Там еще что-то летит. Там, возможно, еще мочал. Возможно, фунт приедет, возможно, придется убивать.
Не, нормально, не придется. Разгон, 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 разгон. Меня покачать, дронов собрать. Я на солнце могу оторпать только, сори. Уйди, уйди куда хочешь, уйди куда хочешь. Оторпал, Одрис? Да-да-да, можешь, можешь. Я варпнул всех. Найс, там что, титан прилетел? Да. О, господи. Просто... Так что, в дивотре? В варпе на Rattlesnake. Егор, пройди-ка, наверное, ты один и разгонись на ближайшую аномальку на одна. То у меня будет, может, угандош Rattlesnake. Ну, он в разгоне стоит и далековато, походу. Я попробую, конечно. Егор, нажми варп на меня сейчас. Собирай дронов, блядь. Поехал. Чел, не собирай дронов, я тебя прошу, не собирай. А, заходи в стройлогист. Такло есть. Я в 30 варп прошу. Угу, также на меня. Че, Дрис, будем тебя показывать или нет пока? Да я думаю, нет смысла держать, как бы, да. Пойдем, типа, не, подожди, что... тут есть локал, чем? Не, я имею в виду, что держать его есть смысл, нет смысла не показывать. Меня нас видели все. Да не факт, разные люди. Не, давай не будем, короче, давай, нас тут трое, не страшно. Я тебе дам вписаться в случае чего в него. Ну, бах, отварпай, потому что я сейчас не задушу. Ну, репайте меня. Подожди, меня хотя... бьют. Меня бьет, слышь, центрик и две валькирии. Вы там как, вы не просядешь пока, писёк? Пока нормально. Хорошо, давайте стабилизируем. Хорошо, хорошо. Угу. Главное, двигайтесь нон-стоп, потому что дроны будут гэнти, хотя будут немного отваливаться. Так, ну, душим. Я так, придушиваю. Не убиваю чела. Можешь возвращаться, я сейчас уже убью тут лишний эпис. Надо трактор убить перед тем, как его убивать. Я знаю, я знаю. Я сейчас начну дронами пилить. Го, дронами попилим, трактор ему. Он-то он активный, он танкует, все хорошо. Возможно, он дорогой даже может быть. Я могу на самом деле попытаться к трактору подъехать. Хотя... Шо, нормально. Одрис, короче. Раттл меня танчит, чтоб ты понимал. Как бы с трудом, но танкует. Он берсов достал. Если стабилизировались, дайте цикл капы, пожалуйста. Слушай, Одрис, он меня танкует, это хорошо. Не очень. Сейчас видно, что он нас своих танкует. Не-не-не-не-не-не, двоих точно не танкует, прям стопудово не танкует. Он сейчас будет доставать летающих дронов, ребят, аккуратнее логистами. А, Карлит, ой, фу, заходи, 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 зашли, зашли, зашли. На меня все. На дистанцию фалькам, но лучше быть на варпе, на угроры, короче, в 30. Го-го-го-го-го. Ты что, минут еще будет такл? Мирай, верни лейку. Не слакайте, ребят, пожалуйста. Варп. Не время. Кружусь. Карл эндится. Нужно будет джамить файтеров. Хорошо. Варп. Карл эндится в ноль. Убиваем Раттл, да? Да, надо убить. Я трактор добиваю, чтобы точно все было хорошо. Готовьтесь, что первый дамаг будет очень стартовый и сильный, поэтому по одной репке можно погреть. Орбиту главное тащить. Одрис, возьмешь, возьмешь кару? Сейчас еще возьму. Добил трактор, все ок. Прилантил, сейчас беру. Кара не съебывается пока, все ок. Давай ДПС на... парня. Нажми авторбиту 1000. Файтеры пошли. Смотри, что за файтеры. Нужен джам на файтеров. Т2 файтера будет много дамага. Да, сейчас. Готовьте меня качать. Вроде по мне, по мне, по мне. Ларис, давай ДПС. Mm-hmm. Файтеров можешь себе овер добавить. ББХ стоит всегда в разгоне.
И сделайте букмарку для себя тут, для реварпов. Лучше в разгоне на ближний гейт, он, потому что он рядом. Меня нужно покачать. 4 репки. Фейтера в джаме. Го, Одрис, погреемся. Греюсь. Погрейтесь, мы сейчас убьем. Отлет в джаме, фейтера. Перестаньте греться, перестаньте пока греться. Да. Он их пока не перескопнет, они хер из джама выйдут. Два из Одрис, так лишь нитху? Молодец. Да. Ага, хорошо, хорошо, отлично. Я перестал пока греться, перестал греться. Держи джам. Может, матрасский джаммер надо погреть на цикл на файтерах? Там нормально джаммец. Хорошо. Он не пошел дамаг? Он не пошел дамаг? Так, ну... Сейчас джам только на одну. На одну, хорошо. Ты в Одрисе, я маленько погреюсь все-таки. Только не сожги с ним. Да, я тоже, давай сдуем, что у тебя дом уже снить. Давай как трансфер погреем. Мы еще почти пробили раттл, может на него боевый дрон закинуть. Почти убили, господа, почти убили. Ага, гокара, гокара, гокара. Выключим, бля. Файтер не будем трогать? Нет, не будем. Ничего не упало, объективно. Как бы это я упало. Да, полутал. Забери остальное. Егор, Тран. Да-да-да. Чё-то с джамом пока плохо. Ну смотри, чтоб тебя не начали праймерить. Стой в разгоне, как бы будь готов. Молодец. Слушай, может файтеров под нет, не будем, мы и танкуем это. Ой, раттл был очень дорогой. 5 лярдов был раттл. Сгорело все. По мне даже пошел дамаг. Логисты? 4. Лей. Что, что с циклом джама сейчас? Один джам. Нормально, нормально. Остальные. Он скоро умирает. Помираю, дамаг пошел. Ага. Думаю, да, не, это некс может стрелять внимательнее. А, давай Одрис с тобой на нем файтера, подушим его. Сейчас дам бродкаст. Дронов на файтера бродкасте. Хотя мы короче хорошо давим, возможно стоит кару душить. Да, вот, ну давай Одри скинем, посмотрим как будем дамажить. Здесь кто-то на файтере. Ну он недалеко летает, ты че? Ну еще что дроны ему ничего не сделать, только скорость не летает, пиздец. Он сейчас подстопает. Дамаг по Одрису, дамаг по Одрису. Да. Го боевых дронов на кару. Вообще теряем дэмэдж с... Да, двигайся на авторбите, пожалуйста. Ой, чёрт, больно. Покачать. Джем файтеров. Джамлю, но пока... Одрис, реактивка они... работает? Да, но настакалось вот только что. Не сожгите ни в коем случае ничего. Да, всё, настакалось реактивка. Внимательно перекидывайте, потому что видите, какая история. Я не знаю, вы бах это наконец такой. ББХа, хер знает. Он скоро ракеты потратит с файтеров. Ему придется их рефуилить. Но еще ракета есть. Все, может и не есть, все хорошо. Но там в джаме файтеры вроде нормально стало. Два из трех. Хорош. Блин, слушай, без ББХа мы бы это не танканули. Ну, ББХа весьма стратегический. Один не джамится. Давай, давай, крути, крути, крути. Ты по капе как ББХа, нормально все у тебя по капе? Да, все, чё-то. У нас начнутся проблемы, если он заподозрит ББХ. Один в джаме. Ну то ББХ может разгончить. Два в джаме. Да, найс, найс, найс. Я стою в разгоне, да. А, слушай, а поменяй разгон, ты сейчас в неоптимал будешь скоро. Другой нормальный. Нет, нормально. Разгон какой-нибудь. Ну гейт у него разгон, нормально все. Может, давайте к вам. Ты можешь просто опрощить нас на МВД на цикл и тут же развернуться обратно, то есть какую-то дистанцию приехать. Вроде сейчас пока не особо фокус. Один в джаме. Возможно, он ракеты расстрелял. Умираю, сколько лирик? Один, пока да. Не... по мне опять пул. Всем. На адресе дамаг. Один прям. Покачайте адреса. Нормально. Вы оставляете на нем в любом случае какую-то откачку, потому что логично, что он вроде как не особо свечит. Он все еще стреляет ракетами. Скоро должен закончиться, ребят. Так, у меня релоуд. Пока опять один топ. Он качается. Он активен. Чуть-чуть подкачивающий, но прям какой-то ларшел бустер или мы что-то. Мы пробиваем такое. Все, я еще не пробиваю. Но сам факт. Реально какой-то ларшел бустер. Мы даем очень много времени, конечно. Велики оставил. Один. Я тоже по две оставляю. Нормально. Но вы на меня вшел дамаг? Некий, не знаю, может быть, непись. На меня файтеры пошли. На меня прикидывать.
Пиздец, файтеры носятся, у него столько этих да. на скорость модулей, это пиздец. Угу. Это просто хоровод дикий. Нормально. Мне кажется, у него не должно быть ракет уже в файтерах, потому что дамага особо нету. За Аудрисом, за Аудрисом пошел какой-то дэмэдж. Да, опять же, ребят. Слушай, это не файтера, это не пистолет, не пистолет. Ну, в любом случае, нужно, он может свечить тоже. Ну, лучше отключать. ББХ, ты к нам не сильно втапливаешь? Не ББХ, ты чё, алё, чувак? Всё в порядке? Меня дропнуло. Окей, нормально, нормально. У тебя на авторепите типа джам идет из хорошего. Он на МВД. Ну, блять, говорите, ББ хлопните. На МВД катается, у него мужика покончится, блять. А если у вас капа стабильный, дайте. Давай, дайте цикл капы на ББ-ху. Мы почти убили. Да, типа там нормально. Нормально все с ББ, вроде как. Там как раз два за джам. Ага. Тут даже в гриде на цикл капа. Угу. Хул пошел у кары. Давайте, господа. Идеальная ББ. Автоматическая ББ. Автоматическая турель. Я пойду пока. Она вышла из флота. Она вышла из флота. То есть она будет отварпывать сейчас. Можешь скрамить ее? Нет, не могу. Нет, я погреюсь лучше на каре. Немного. У него ракет нету, мы сейчас танчим это уже. ББ отварпала. Хорошо. Ну готовьтесь, ребят, сейчас будет жаривать. Захожу. Там маг повезло. Да, ребята, ребят, погрелись. Только не сожгитесь, давай, там хул уже. Давайте, парни, только не сгорайте, пожалуйста. Вроде нормально, у меня реактивка, там все дела, кара почти умерла. Падаю в грид. Удались аккуратнее. Потом флот дам. Я не больше. Угу. Ну, все окей, вроде. Успели. Есть. Все? Да, кара мертва. Че, убили? Да. Ооо, мой лут, май дир. О, три, блять, мы ничего полутать опять не можем, сука. Слушай, ну забрать, два лярда мне лежит, еще два лярда. А, еще это как модули уже, да. Да. Тракторами нужно тариться, Одрис. Тариться тракторами, она денег стоит. Ребят, надо Непись убить, или... Можно Берс полутать. Лучше фейтера. Бейте, да, это что-нибудь. Но... Зачем? ББ откачают. Я трактор пойду проверю. Дайте трактора залезть. Короче, а Тайпан Вуля упала за 2,5 лярда, понимаю. Серьезно? Богатые пацаны. А, ну все, ББ высканивает выход. Окей. Кто бы мог подумать, что в 2020-м обучающие роуминги моей корпорации начнутся на совсем другом сервере, где мы все начали с нуля. Спасибо, что посмотрели, и увидимся на стримах. Ну а, кстати, отмечу, что в бою против карьера Нидхогур был фулл ДПСным. Там был около максимальный аплик и около максимальный ДПС, который только можно разогнать на карьере. Это пятилярдовая игила. О, господи, что? Блядь, что? Это Атайпенвуля? Атайпенвуля? Атайп Карл, блядь.